У нас сейчас 4 сильвера. Подобрать идеальную лошадь для съемок – задача не из простых. Ну и не ходи, нужен ты мне. Хлопушка. Пытаются приучить лошадь к стрекоту вертолета к высоте, чтобы она стояла над кручей, любуясь пейзажем. Нет бы насыпать овса. Вся дрессура строится на повторении, повторении, на силе привычки. Если лошадь чувствует себя уверенно, то отработает четко. Все снято. Порядок. В одной из сцен Сильвер должен принести рейнджеру шляпу. Мы отрабатывали последовательность. Поднять, подержать, немного пронести и положить на землю. Положил, молодец. Или вот небольшой эпизод. Взгляд назад на камеру. Смотрим, 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 смотрим. Такие вот мелкие трюки и фокусы. Но, Сильвер, пара-тройка каскадерских штучек. Прыжки через повозки, такого плана. Все это безумно интересно. У меня прям-таки ломка. Недели три не сидел на лошади. Зачем кому-то? И стоп, дубль запора. Нормально.